искать где-нибудь в другом месте. Сейчас самое время. Ну да. Слушай, так или иначе, именно твоя репутация обеспечила тебе эту работенку. Да и деньги тебе наверняка нужны. Это да. Если честно, очень приятно для разнообразия поработать с женщиной. И не говори. Нас мало в бизнесе. Вроде целая. Ты пойдешь? Хочу ноги размять. Ну, давай. Что это за место? Без понятия. Что? Что там? Обезьяны. Похоже, ты рада. Люблю обезьянок. В том строении что-то есть. Ага, обезьяны. Помимо обезьян. Что у нас тут? Поглядим. Мне кажется, или это похоже? Нашу карту. Я сделаю пометку. Интересно. Это какой-то хайсальский знак. А символы ты видишь? Символы? Тут есть прорезь. По форме знак подходит. Ну-ка, попробуем. Он закрыл точку на карте. Ага. Что будет, если найти все? Какой браслет? Наверное, принадлежал одной из королев. Те фигуры, наверное, хайсальские короли. Всего их 11.
Никакого автостопа. Кыш. Эй, ты скучная. А ты хочешь, чтобы сиденья обгадили? Цело. Дерьма нет. Поехали. Ну, один торговец оружием хотел пообщаться с главным. А узнав, что главный — это я, решил все. Ага. И ты что? Ноги ему сломала. Ух ты. Погоди, ты не шутишь? Я просто вношу ясность. Ух ты, Росс, это босс. Это просится на визитке. А ты не можешь просто уйти, продать компанию? Я в этом всю жизнь. У меня нет выбора. Да ладно, выбор всегда есть. Секунду. О, тут еще. Как в него позвонить? Ах, как громко! Звон колокола убрал одну из преград. Еще герб хайсальского правителя. Кто-то очень постарался, чтобы это спрятать. А потише нельзя было? Ня. С добычей нашла еще знак.
Я немного осмотрюсь. Я тут постерегу. И снова? Вон там маленькая пещерка. От меня не спрячешься. Пополнение для моей коллекции. Еще один знак. Я немного осмотрюсь. Делай, что нужно. Стена на вид не очень прочная. Твои друзья тебя уже заждались.
Я немного осмотрюсь. Подожду. Привет, привет. Да, когда было просто. Что у нас тут? Еще хайсальский знак в коллекцию. Еще знак для нашей коллекции. Я немного осмотрюсь. Я тут постерегу. Что нас тут ждет? Давайте взорвем стену и сами посмотрим, что там. Эксперт Асаба велел тут ничего не трогать. Этот Вилояргал вечно указывает нам, что делать, чего не делать. Нам достается одна мелочевка. Справедливость требует терпения.
Как там, босс, не прибыл? Приедет, как приедет. Тут таких руин еще знаешь сколько? Мне просто не терпится. Статуя, большая находка. Думаете, она ценная? Я очень на это надеюсь. Кто здесь? У нас убитый! Берегись! Найти их сейчас же! Осторожней! У нас еще убитый! Они где-то здесь! Отлично. Все чисто. Давай останемся.
Хороший знак. Очень хороший. Прыгай в карман, малыш. Ну, хоть не впустую. Бесценный знак. Нет, не бесценный. Ценный знак. Я немного осмотрюсь. Делай, что нужно. Ты сотни лет ждал, пока я тебя найду. Нашла что-нибудь? Стоп, не говори. Ты нашла еще один знак? Динь-динь-динь. Я немного осмотрюсь. Давай, удачи там. Посмотрим, что ты умеешь.
Не поняла. Это не бомба. Думаешь? Это возвращает к началу. Затихло. Кажется, это так задумано. Теперь этот. Вечер на арене. Черт, похоже, нужно быстрее. Слышу звук. Есть еще фонтан? О, здорово! Эй, прокатишься у меня в кармане?
добычей? Нашла кое-что блестящее. Ладно. Нужно добраться до скалы с водопадами. Или ты собралась найти все знаки? Ну да. Вот так. Идешь? Да, иду. Ну все, едем дальше. Я немного осмотрюсь. Удачи. А теперь... Руки будут все в мозолях. Хорошо, что я захватила свой багаж знаний.
еще вернусь к тебе. О, уже что-то. Соединяйся. Спасибо. Как говорил один мой друг, храбрый Матьё Кадрин. Возьму тебя с собой.
принесла что-нибудь? Кое-что попало. Неплохо. Немного осмотрюсь. Жду здесь. Ну что, давай. А вас тут много разбросано. Я немного осмотрюсь, найду чем заняться. Поглядим. Черт, мне не хватит сил это сдвинуть. Эту штуку так просто не сдвинешь. Вперед. Я немного осмотрюсь. Подожду. Ha!
Тут рычаг какой-то нужен. Вот так! Ура, физики! Идите в оба! Выходи! Живо! Хорошо, это все. Последний, да? 11 кораблей, 11 знаков. Ну что, заглянем к обезьянам? Тебе решать, ты за рулем. Это верно. Я. Немного осмотрюсь. Я тут постерегу. Было весело. Давай тут полазаем. Заметано. Или приз. И это очень красивый приз.
Я получу за это солидные деньги, когда вернемся. Или себе оставлю. А теперь что? Может, там есть что-то для тебя? Смотри, кто тут у нас. Гульман. Что? Эти обезьяны гульманы. Очень мило. Закрылся. Ой, ты покраснела. Простите, ребят, бананов не прихватило. Вообще-то, обезьяны не едят бананы. Да брось. Серьезно? В смысле, они могут, но в дикой природе они предпочитают жуков, орехи и листья. Кроме того, бананы слишком сладкие. Иллюзии разрушены. Теперь еще скажи, что Санта-Клауса не существует. О, Санта-Клаус существует. Это гульманы. У них так смешно торчит шерсть вокруг мордочки. Ой! Очень мило. Боже. Пора узнать, что там такое с водопадами. Валим отсюда. Хочу тебя спросить. Это важно. Спрашиваю. У вас с Натаном Дрейк строго деловые отношения? Ну, в основном. Боже. Но как? Как? Знаешь, не надо. Уж кто бы говорил-то. А сам. И тут другое ублюдок из Красного фонда. У меня была цель, а они были средства. Но Дрейк? Он не так плох. Но он же всегда весь из себя такой умный. А, ну да, он ужасно раздражает, почти невыносим, но у него есть свой шарм. Было весело, пока не закончилось. Ну, если подумать, это главное. Хотя не могу не спросить, вы друг друга хоть немного слушали или просто говорили одновременно? Я немного осмотрюсь. Делай, что нужно.
Поехали.